Мы находимся в самом известном месте Лос-Анджелеса, это Беверли-Хиллз. Он известен по сериалу Беверли-Хиллз 90210. 90210 – это самый известный zip-код в Америке. Это не просто цифры, это индекс этого места, где живут все знаменитости. Вот в таких домах на Родео Драйв, Беверли-Хиллз, живут всякие личности типа Анджелины Джоли, Брэд Питт. Хотя вряд ли они живут именно в этих домах. Я думаю, что их дома запрятаны где-то подальше. И они будут выглядеть более богато, чем эти. Вот такая тропическая флора в Беверли-Хиллз. Пальмы, интересные кактусы. Кактусы. Вот такой вот кактус. Вот такие вот маленькие у него отростки с очень мягкими-мягкими иголочками. Однако эти мягкие-мягкие иголочки очень хорошенько впиваются в пальцы. Мы идем по Родео Драйв, пересекаем Брайтон Вэй. На этой улице собраны очень дорогие магазины, очень дорогие кафешки, очень дорогие машины и очень богатые люди. Эта улица прямо в районе Беверли-Хиллз. На Родео Драйв собраны все самые дорогие бутики. Тиффани, Феррари, Верту,